Екатерина Ильичева с детства мечтала стать учителем. После 11 класса поступила в педагогический. Сегодня Катя преподает русский язык и литературу в 9-й школе, пользуется уважением и доверием со стороны учеников, которые за это время стали ей родными. Мои взаимоотношения с моими учениками строятся именно на любви и уважении в первую очередь. Я люблю их, они любят меня. И остальное, и они согласны на все, что я им предложу, лишь бы только быть рядом со мной, а я рядом с ними. Участники с трудом скрывают волнение. Публичная защита личной концепции воспитательной системы – это первый этап конкурса педагогического мастерства. Впереди еще немало испытаний. Открытые уроки – визитная карточка. Вообще, конечно же, мы понимаем, что работа классного руководителя в современных условиях, она отличается от того, что было раньше. Теперь классный руководитель не только связующее звено какой-то учебно-воспитательной работе, он и связующее звено между школой, между родителями, самим ребенком. Жизнь предъявляет новые требования совершенно к образовательному процессу. Поэтому и работа классных руководителей сейчас, она совершенно другая. Среди членов жюри не только педагоги и руководители учебных заведений. Выступления оценивают и родители. В своей работе классный руководитель опирается именно на их помощь. В этом году нас опять пригласили в жюри, я имею в виду сообщество, и я представляю нашу родительскую общественность. Это очень здорово, потому что, ну, на мой взгляд, классное руководство невозможно без тесного сотрудничества с родителями. И, конечно, мы сегодня будем ждать каких-то новых ярких эмоций, новых педагогических методик. И мы уверены, что судейство будет очень сложное, потому что у нас замечательные учителя, у нас замечательные классные руководители. И всегда это очень сложный выбор – выбрать лучших из лучших. Для каждого участника педагогический марафон – это новый этап развития. Конкурс дает возможность не только показать свое мастерство, но и перенять передовой опыт коллег. 14 учителей из 13 школ района и только один победитель – самый классный. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».